В нашем городе живут порядка 85 свидетелей событий в Афганистане. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Союз ветеранов Афганистана оказывает поддержку участникам боевых действий и семьям погибших. Главное направление работы – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поздравляю вас с нашим праздником, с 30-летием окончания боевых действий и вывода наших войск из Республики Афганистан. Желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия. По случаю 30-летия годовщины вывода советских войск из Афганистана Валерий Бирюков вручил участникам боевых действий благодарственные письма от областной региональной ветеранской организации. За активную военно-патриотическую работу Саровский союз ветеранов Афганистана наградили грамотой ядерного центра. Сегодня мы не анализируем причины, мы не анализируем начало, мы анализируем результаты. Результаты того, что сделано советской армией в Афганистане. Афганская война затянулась на 10 лет. Эти события с каждым годом все дальше и дальше уходят в историю. Но, несмотря на это, они в очередной раз рассказали всему миру о мужестве, стойкости и отваге советского солдата. Для тех, кто воевал, для тех, кто с честью выполнил свой долг, это от нас, может быть, только от нас и от наших сограждан, россиян, только огромная благодарность. Ветеранов боевых действий наградили юбилейными медалями, посвященными 30-летию вывода войск из Афганистана. По окончании торжественной части всех гостей вечера ждал праздничный фуршет. Дарья Цапаргина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.